Так, ну пока ничего не падает, сдаваться не будем. А то знаете, вот... Слушай, блин, реально рабочий метод оказывается. Реально, вот сколько человек мне уже писали, что вот так вот по одному крутишь, и М-ка ледник падает. Я обалдею. Кипать, может, игра подумает, что ты мажор какой-то. Не буду выдавать хорошие скины, хотя это еще одна смешная какая-то тактика. 32 купона остаются у нас. Если мы это все будем подытоживать, пока что, ну, по легендаркам неплохо. Вау, еще один головной убор. Жалко, что это не костюм все-таки. Ну и... Ебой! Серьезно? Это первый ледник, который я выбил где-то за года два. И он выпал по одному кейсу. Давайте по этому, по одному пооткрываем. Но, наверное, с пропуском. 50 серебра. Неинтересно. Давайте опять с пропуском. Рубашка какая-то. Дальше. Тапки какие-то. Еще раз. Воу! Вы серьезно? Вы серьезно? Офигеть! Ледник выбил парню. Все, я успокоился, давайте дальше. Это просто, это тактика, знаете, тактика галактика. Это надо открывать по одному. Здорово, мавка микрофона, и как вы поняли, сегодня мы будем, друзья, проверять очередную тактику по выбиванию М416 ледников в PUBG Mobile, и будем открывать классические кейсы чисто по одному кейсу, и посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, в прошлом ролике я разыгрываю 10 19 сезонов Royal Pass, итоги еще не подведены, поэтому переходи на этот ролик и участвуй. Ну и также совсем скоро один из моих подписчиков получит прокачку аккаунта. Чтобы попасть в прокачку, тебе просто нужно лайкать ролики, оставить комментарий и, естественно, быть подписанным на мой канал. Давайте уже не будем медлить и начнем. Итак, друзья, я сейчас нахожусь на аккаунте моего подписчика, он мне дал аккаунт, взамен я ему, значит, подарил РП. И на этом аккаунте у нас есть две кейсики, это 62 классических кейса, что самое важное, нам нужны именно классические кейсы. Дальше, 61 ящик припасов, 32 премиум кейса. Откроем сегодня все эти кейсы, ну и проверим тактику на выбивание М416 ледник. Сегодня в ролике у нас тактика, друзья, просто открывать по одному кейсу, и все 62 кейса мы откроем по одному. Я надеюсь, что выпадет МК-ледник, потому что у нее тут нету на этом аккаунте МК-ледник. Я не знаю, если тактика работает, то может со 100-сотого кейса. Ну, короче, друзья, тут лично я думаю, что рандом. Полный рандом. И давайте начнем уже открывать кейсы. Давайте вот эти вот кейсы откроем с BP-шками. Что мне интересно, есть тут? Понял. Так, далее. Давайте начнем с ящика припасов. Откроем их. Немножко горло болит, друзья. Если что, извиняюсь сразу. Ящик припасов. Открыть сразу 10. Давайте, открываем. Первые 10 кейсов. Ну, тут может упасть мифик тоже, да, с ящика припасов. Если упадет... Рюкзак на время. О, кстати, скинчик упал. Это новый скин, да, получается? Да, это новый скин. Мы открыли скин один на СКС. Так, скин на время. Это же скин на время. Еще 10. Так, вот одно серебро. Еще 10. Так, опять все на время. Еще 10. Угу. Тоже все на время. Да. Так, у нас вроде там еще один кейс остается. Да, один кейс тоже. Давайте откроем. Все, окей, окей. Мифик с припасов не упал. Далее у нас идет премиум кейс. Тут уже у нас, друзья, Меха Годзилла, или как она там называется. Где она вообще? Вот. К сожалению, тут М-ки ледник нету. Вообще, бывает ли в премиум кейсе М-ка ледник? Не знаю, напишите в комментариях. Я вообще в PUBG же недавно. Давайте откроем тогда... Сначала 10, да? Не, давайте сначала 2 откроем, там 32 кейса. Такс, давайте без пропуска один кейс. И что-то мне все лагануло. Такс, папка, не лагай, пожалуйста. Не лагай, пожалуйста. Давайте пропустим, короче. Такс, окей, теперь будем открывать по 10. 10 сразу, поехали. Так, слайд-шоу какое-то у нас перед экраном сейчас. Надеюсь, у вас нормально хотя бы, хотя не думаю.
Сковородку мы выбили. Легендарную. Анальгетик 11. Окей. Еще что-то? Дым. Ну, это гарантированная награда. Баги. Окей. 3 леги с 10 кейсов. Давайте еще. Давайте пропуск. Еще десятка. Костюм тропическая. Тропический адамант. Блин. А, это гарантированная награда. Давайте без пропуска последние 10 кейсов. Посмотрим, что нам упадет с премиум кейса. И сейчас будем открывать просто 62, как их там, классических кейсов по одному. Так, с, костюм еще один выбили. Окей. Так, это у нас лодка. Катер. Найс. Скар, Мехагодзилла. Блин, я просто не знаю, как реагировать. Это круто, не круто, но мне кажется, это круто. А, это гарантированная награда была тоже. Блин, окей, окей, окей. А, у нас теперь самое интересное. Самое интересное. Это классический ящик. Будем открывать сейчас. Так, тут что у нас? Открыть, получить 10 очков. А, это 10 очков РП. Классический ящик. Давайте. Просто М-ку ледник сейчас. Выбиваем. Где она вообще тут? Вот она. Если она нам сейчас упадет, то я буду в шоке. Открываем по одному все 62 кейса. Проверка тактики начинается прямо сейчас. Так, пропуск, потому что без пропуска это просто ад какой-то будет. Поехали. Смотрим, что нам падает. Масочка какая-то. Так, рубашечка. Окей. Серебро, окей. Опять 50 серебра. Или серебро и монетки. Серебро же, да, это? Да, серебро. Маска навсегда падает нам. Не на время, да? Так, я даже не знаю, что это такое. Курточка. Ну-ка, давай что-нибудь реально интересное. Кстати, мифик же еще может упасть. Окей. Просто по одному все кейсы открываем. Серебро два раз подряд. Так, с какой-то штанишки. Окей. Просто, друзья, не знаю. А мы там вроде скин выбили, да? Вроде скин выбили какой-то. Или нет? Так, давай. В общем, сколько мы кейсов-то сегодня открываем? Рюкзак, кстати, ничего себе. В общем, ну, 100... больше 150, да? 150 кейсов. Ну, я вам скажу, неплохо, друзья. Сколько там остается, честно говоря, не знаю. Но мы откроем чисто по одному. Потому что, ну, вставочку вначале вы увидели по-любому. Упадет, не упадет, я, честно говоря, не знаю. Но я думаю, что не упадет. Мне на телефон уведомление пришло. Сори, друзья, что я нам ведущий поставлю. Все, открываем дальше. Так, какая-то акула упала нам. Ну давай. М-ка, ледник. Если она реально упадет, я буду в шоке. Я буду реально в шоке. Так, парашют падает нам какой-то. Ноги. Это маска уже, не знаю, в третий или в четвертый раз нам падает там. Сколько кейсов у нас стоит? Там же вроде снизу, да? Видно. Не видно. Блин, ну что-нибудь интересное, пожалуйста. Легендарку хотя бы. Понял. Оп, так, все. Значит, кейсы закончились, да, у нас? 10 уровень РП. Кейсы закончились. И мы ничего не выбили. Ну, как ничего. Естественно, с премиум кейса там мы выбили. Там, сейчас покажу даже что. О, нам... Стоп. Нам, кажется, 10, еще 10 кейсов дали. Ну-ка. Подождите. Так, давайте забрать все. И что мы получили? Почему у меня лагает? Я не понимаю. 11 кейсов. Ничего себе. Сейчас здесь еще 11 кейсов откроем. Давайте откроем их. Сразу 10 кейсов откроем. Так, давайте покажу, что мы сейчас выбили. Вот эти вот два скинчика. Вот этот особенно мне что-то нравится сейчас. А, нет. На картинке какой-то крутой, а тут такой себе. А, это на время второй скин уже.
Такс, что я хотел? Что я хотел? Кейсы. А мы же можем еще объединить вот эти вот, да, объединить. 14 кейсов, давайте откроем сразу 10. Посмотрим. Ну, один раз сразу 10, естественно. А прикиньте, сейчас реально упадет им критник. Не упала имка, но упал кар. Ну, прикольно, прикольно. Давайте, у нас еще 4 кейса есть. Закрыть, открыть, открыть. Поехали. Так, раз, два, три. И последний кейс. Не упало, друзья. Очередная тактика, хотя... я не понял, что мне такие кейсами валят все, не понимаю. Забрать. Еще два кейса. Ролик, походу, не хочет заканчиваться сегодня, друзья. Короче, друзья, это реально рандом, и никакой тактики по выбиванию, мне кажется, нету. Ну, я буду, естественно, пробовать, да, какие-то тактики искать и проверять их, чтобы... ну, это реально интересно, как минимум, смотреть, не знаю, наблюдать за этим. Откроем два вот этих кейса. Повторить. Окей. Ладно, друзья, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, также можете писать в комментариях, может у вас есть какая-то тактика, чтобы я ее проверил, самые интересные, может быть, проверю. У микрофона был Мавк, всем удачи и пока.